Лента создается в рамках проекта развития локального кино «Локи» и программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия». Проект стартовал 18 июля. Сейчас режиссер Владимир Рудак активно ведет натурные съемки в Петрозаводске и за городом. На самом деле мы снимаем не в такой уж глуши, это недалеко от Челны, буквально совсем рядышком. Но там такая полюбившаяся нам локация, мы уже несколько работ делали в том районе. Своеобразная ретро-история расскажет про радиоинженера, который собирает прибор, выявляющий аномалии. Герой отправляется в один из районов Карелии и пробует разобраться с происходящими там странными и необычными явлениями. Сюжет поставил перед создателями сложную задачу. Для фильма потребуется большое количество компьютерной графики. Еще предстоит постпродакшн. У нас история сложная, наверное, больше в том, что есть графика, над которой придется долго работать. Михаилу Летову, он оператор-постановщик и в то же время отвечает у нас за графику. В главной роли инженера снимается артист театра кукол Влад Тимонин. Героя второго плана играет актер творческой мастерской Дмитрий Константинов. Для всех членов съемочной группы подобная работа – новый опыт. Они впервые работают в жанре мистического триллера, но взаимопомощь и дружеская атмосфера помогают в работе. Здесь команда очень хорошая, как-то мы все сдружились, и атмосфера на площадке замечательная, такая дружеская, компанейская, и поэтому съемки проходят в хорошей атмосфере, и поэтому жаловаться грех. В планах у создателей фильма представить работу на онлайн-платформах, а также показать инвесторам, чтобы в будущем создать полноценный сериал. Фестивальный прокат лента предположительно выйдет в декабре. Алексей Неживенок, Владислав Петров, служба новостей.